Санаторий Приока расположен на живописном склоне Оки, откуда открывается прекрасная панорама заливных лугов, лесов Мещерского края. Чудесный климат и чистый воздух, обилие зелени и красота окружающей природы способствуют лечению самых разных заболеваний. Санаторное лечение – это восстановительное лечение. Это одно из важнейших разделов медицины. Оно, в принципе, вся медицина состоит как? Значит, амбулаторно-поликлиническое лечение, стационарное лечение и восстановительное. А вот мы как раз восстановительное лечение, санаторно-курортное лечение. Вот. Но пациент, естественно, сам не может определить объем процедур. Поэтому при заезде в санаторий пациент, первое, что он приходит на прием к врачу. И уже в зависимости от диагноза, от состояния здоровья, от дополнительных исследований, доктор назначает определенный объем лечения. Причем особенность нашего санатория в чем, что объем лечения у нас очень большой, и в базовую путевку входят практически все процедуры, которые показаны при заболеваниях, с которыми обращается к нам пациент. Лечение по базовой путевке включает полноценный набор процедур. Ручной массаж, физиопроцедуры, водные процедуры, грязелечение, сапожковская торфяная грязь, галотерапия, занятия в тренажерном зале, фитотерапия, кислородные коктейли, фиточаи, минеральная вода, акваэробика, сауна. Традиционный метод массажа ручной, он обладает сильнейшим рефлекторным воздействием на весь организм. На мой взгляд, массаж – самая приятная и эффективная процедура, потому что она заряжает организм энергией на весь день. Низкочастотная магнитотерапия – наиболее распространенный вид магнитотерапии, при которой используют магнитные поля низкой частоты. Главная цель – борьба с болью. Легче становится пациентам с заболеваниями суставов и позвоночника, такими как артрозы, остеохондрозы. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Магнитотерапия является универсальным и безопасным средством, ускоряющим целительные процессы в организме. Циклично вращающееся магнитное поле от аппарата АЛМА это воздействие одновременно на весь организм. Общая магнитотерапия не лечит отдельные болезни, а дает организму мощный толчок, позволяющий повысить иммунный статус и перестроиться для активной защиты. Особое место среди нелекарственных методов лечения занимает лазеротерапия. В ее основе влияние направленного светового потока на живую ткань. Лазерная терапия благотворно влияет на иммунитет, уменьшает вязкость крови, усиливает лимфоотток, снижает холестерин, обезболивает, обладает антимикробным, антивирусным и противоаллергенным эффектом. Еще один метод электролечения – электросон. Он заключается в воздействии на центральную нервную систему импульсными токами низкой частоты и малой силы. На организм оказывается мягкое успокаивающее действие. Вызывается сон, близкий к физиологическому. Электросон применяют при гипертонической болезни, атеросклерозе сосудов мозга, ишемической болезни сердца, бронхиальной астме, при язвенной болезни желудка, ревматоидном артрите. Гидромассаж является популярной составной частью эффективных программ лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата периферической нервной системы. Происходит стимуляция кровообращения и других процессов в коже и расположенных под ней тканях. Хотите всегда выглядеть свежо и бодро, поражать всех ухоженной и бархатистой кожей, навсегда забыть о головных болях, раздражительности, бессоннице? Тогда используйте в уходе за собой надежный и проверенный способ – лечебные ванны для тела. Одним из лучших методов санаторно-курортного лечения в Рязанской области является лечение сапожковской торфяной грязью. Особенно эффективны процедуры грязелечения при заболеваниях суставов и позвоночника. Галотерапия – уникальный метод профилактики и лечения заболеваний, основанный на использовании искусственного микроклимата, близкого по параметрам к условиям подземных соляных спелеолечебниц. Галотерапию используют для лечения всех форм бронхолегочной патологии, включая тяжелые, патологии лор-органов, кожных и аллергических заболеваний. Она оказывает помощь больным с сопутствующей сердечно-сосудистой и эндокринной патологией в детском и пожилом возрасте. Используется в Приоке и фитотерапия, кислородные коктейли, фиточаи. Этот метод лечения различных заболеваний основан на использовании лекарственных растений. Вот говорят, что здоровье пациента на 50% зависит от доверия к врачу. Вот, наверное, вот, может быть, у меня совпало так, что я доверяю вот именно этим людям. Вот как-то они располагают к себе, вот поверьте мне. И с ними приятно, комфортно разговаривать. Для человека, который хочет именно отдохнуть, вот
то, что надо. Вот поверьте мне, то, что надо. И сюда люди ездят много раз, много очень людей, которые ездят сюда постоянно. И вот это говорит о том, что вот, ну, вот что-то тянет сюда людей. Ведь эти все процедуры, электропроцедуры, которые, допустим, делаются во многих санаториях, ну, как бы не новость, да? Ну, вот что-то есть такое, какая-то своя аура, вот такая вот комфортность. Одна из новых методик лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата – это озонотерапия. Уникальность этой процедуры заключается в том, что, в общем-то, в организм не попадает никаких химических веществ. Мы используем защитные силы организма. Что такое озон? Это мощный окислитель. Значит, попадая в организм человека, он стимулирует окислительно-восстановительные процессы в организме. В общем-то, стимулирует наш иммунитет. И в результате воздействия озона мы получаем его эффекты, как местные, так и общие. Коллектив специалистов санатория постоянно ищет новые формы работы с пациентами, откликается на просьбы и пожелания. Санаторий Приок располагается в самом живописном местечке Касимовского района на крутом берегу Оки. Шум цивилизации где-то в стороне, а тут завораживающая красота первозданной русской природы. Все радует глаз, создавая атмосферу праздника и одновременно покоя.